Харлан выиграла второй турнир серии Гран-при в сезоне. Украинка разгромила соперницу в финале Гран-при Сеула. Украинская саблистка Ольга Харлан стала победительницей второго Гран-при сезона в Сеуле. Украинка стартовала в туре прямого выбывания под первым номером посева и в 1:32 турнирной таблицы одержала победу над итальянкой Киарой Мармили со счетом 15-12. Далее лидер сборной Украины разобралась с японкой Рисой Такашимой. 15-7, выбила из борьбы россиянку Светлану Кормильцину, 15-13, и в 1-4 финала выиграла у кореянки Суён Чой, 15-11. В следующем поединке Харлан взяла реванш у румынки Бьянки Песко за поражение на предыдущем этапе Кубка мира в Афинах, обыграв соперницу с минимальным преимуществом, 15-14, а в финале не оставила шансов второму номеру мирового рейтинга Анне Мартон из Венгрии, 15-7. Отметим, что для украинки это уже вторая победа кряду на турнирах такого масштаба. Ранее Ольга выиграла титул на Гран-при Канкуна. Всего в соревновательном календаре три турнира серии Гран-при, однако последний этап проходит в Москве. Украинская саблистка пропустит его в связи с запретом Министерства молодежи и спорта Украины на выступление наших спортсменов на территории России. Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram по материалам сайта newsgra.com.